абсолютный чемпион мира в легком весе. Величайший боец во всей истории спорта. Одна из самых противоречивых персон во всем спорте. Ликвид Кэш Бойкин! Я понимаю, что он вернулся в твою жизнь. Что он помогает тебе воплотить мечту. Привет всем! Я сейчас со своим сыном Джетом жду, когда меня арестуют за насилие над детьми. Вот так-то. Маменькин сынок. Офигеть! Но из-за него... Ну что, нравится? Тебе пришлось страдать. Страдать? Нет, они так учатся. Сквозь упорный труд. Борьбу. И рождаются победители. Это не прекращается. Я постоянно чувствую себя ничтожеством. Запомни. Ты самый лучший, добрый, любящий брат. Это, наверное, худшее отжимание, что я вообще видел. Да? Так я у тебя учился. Спасибо, что позвал. Конечно, малой. Устроил Джету бой. Его ждет светлое будущее. Пора с ним кончать. Джет Бойкинс побеждает. Борьба — это не судьба, а лишь занятие. Не смейся! Чё за дела? Тебе предлагают еще один бой. К несчастью, против меня. Самый скандальный бой в истории WFA. Между Кэшем Бойкинсом и его 18-летним сыном Джетом. Каждый 18-летний пацан на свете заслуживает старой доброй взбучки. Он говорил мне эту же самую фразу с тех пор, как мне было 3. Я надеюсь, что никогда не стану таким, как ты. Не станешь. Завтра вечером ты умрешь, малой. Не надейся.